Всем привет! На побережье графства Клэр, что на западе Ирландии, расположена одна из самых популярных и фотографируемых достопримечательностей острова. Это утесы Мохэр. Гряда величественных прямоугольных скал высотой от 120 до 200 метров, омываемая Атлантическим океаном, простирается вдоль побережья примерно на 8 километров. Ежегодно их посещают более миллиона туристов со всего мира. Свое название утесы получили от одноименной старой крепости Мохэр, стоявшей когда-то у их самой южной точки. Крепость до наших дней не сохранилась, поскольку была разрушена в 1808 году. В 1835 году на ее месте возвели башню О'Брайена, выполняющую роль смотровой площадки. Эта башня открыта для туристов каждый день, но вход платный. За небольшую плату вы попадаете на смотровую площадку, откуда открывается шикарный вид на все побережье и район в целом. Кроме того, на одной из здешних скал оборудована довольно большая открытая смотровая площадка для посетителей. В ясные дни отсюда открывается потрясающий вид на лежащие неподалеку Аранские острова и залив Голей. По предположениям ученых, возраст утесов Мохэр более 8000 лет. Они состоят в основном из черного сланца и песчаника. В этих местах живут около 30 тысяч различных пернатых, в том числе атлантические тупики, чайки, ястребы, гагары, бакланы, кайры и буревестники. В общем, любителям птиц здесь понравится. В 2007 году местные власти построили здесь прямо в холме экологический центр. Внутри этого подземного комплекса можно увидеть вставки, связанные с утесом. Вход сюда платный, около 6 евро для взрослого, дети до 16 лет входят бесплатно. Если вы хотите посмотреть на утесы Мохэр снизу, советую приобрести морскую экскурсию на катере, позволяющую туристам посмотреть на эти величественные скалы из моря.